что, дорогие друзья, приветствую. С вами Мороз Алексей, компания «Кровмонтаж». И мы на нашем новом объекте. За моей спиной дом из клееного бруса. Здесь мы будем делать кровлю. Кровля у нас будет фальцевая, мансардная. Перо кровли мы будем утеплять. В общем, под ключ, с подшивкой свесов, с водостоками. Подшивать карнизные свесы будем фальцевой кровлей. Две вентиляционные шахты сооружать каркасного типа. Две шахты, и туда будет уходить вентиляция и так далее. Все прочее. Вся начинка инженерная. Сейчас полным ходом идет снабжение материалами объекта. Буквально сегодня было две машины. У нас сегодня контрольная точка назначена. Как раз приехал принять стропильную систему. Потому что уже завтра буквально пойдет утепление, монтаж пароизоляции. И оценить полноценно стропильную систему уже не удастся. Именно скрытые работы нужно принимать сейчас. Здесь уже нам приехал вот рулончик. 1,25 м шириной. В большой замотке. Я специально брал это для карнизных планок, для капельников конденсата, потому что сейчас под бруски будут ребята загонять. Что-то еще вам показать. Подвижные клемера. Это вот часть, видите, она двигается. На линейное расширение. Вентиляционная лента черная. Ну и прочие ништяки. Скотчи, пленки. Это мы под брусок ставим. Уплотнитель ППУ. Все стандартно. Авангард нацепил кепку. Сейчас все болеют за Спартак. А сколько стропиловку подняли? Дней. Вот третий день, да, сегодня стропиловка. Третий день, да, или четвертый? Ну вот. Пилмат. Доска. Тес. Она пойдет на обрешетку. Верхнюю, нижнюю поддерживающую. Стропила у нас 50 на 200. Брусок. Контрабрешетка. Хочу сказать, что для продыха у нас будет обрешетка из доски 50 на 100. Мы хотим вентиляцию сделать 100 мм. Почему? Потому что кровля пологая. Это первое. Второе. Скат довольно-таки большой. Здесь 14-15 метров. Поэтому мы посчитали то, что для лучшей вентиляции, чтобы проходимости сквознячка и так далее, ну, сделаем побольше мы зазор. Вместо нашего стандартного размера 50 мм сделаем соточку. Все-таки, ну, перестрахуемся. Хотя я думаю, что и с полтинником было бы нормально. Так утепляем мы пленочками дорогими. Вот. Вот пошел у нас монтаж пароизоляции фольгированной. Рефлекс называется. Будем делать с проклейкой стыков. Брус очень хороший. Значит, там, не знаю, клиент его нахваливает. Вот. И обещают, что усадка будет вообще минимальная. Сантиметр буквально даст, и все. То есть я к чему говорю, то, что какие-то пароизоляционную пленку, запасы там на стену, на усадку, там как по технологии по 5 сантиметров вкладочки делают. Тут, в принципе, давать не стоит. Вон, видите, какая структура. Все оно четко в паз. Еще там проложены, видите, вот такой материал. Он есть там внутри. Даже сейчас вот нахожусь. В принципе, здесь большой сквозняк. Двери, окна открыты. Уже запах такой стойкий. Дерево, сосны, пиломатериалов. Вообще такое. Класс. Ну, истинные ценители и любители деревянных домов понимают, о чем я говорю. Thank you.
немножко покажем процесс утепления. Укладывается утеплитель. Видите, он... Стоп, подожди. Вот видите, он чуть-чуть с натягом даже. Рулетка есть у кого-то, ребят? Ну-ка, давай мы покажем подписчикам размер. Сколько? 58,5. 58,5. Ширина вот этой плиты 60. То есть он, видите, даже 1,5 сантиметра специально для натяга такого хорошего, чтобы исключить вот все щели, зазоры. Иной раз приходится видеть, приезжаешь там на диагностику или там старые крыши переделаешь, ладонь влазит между стропилами и утеплитель. Вот. Утепление у нас здесь 250 миллиметров по смехте, по проекту. Значит, 200 у нас утепляем мы толщину стропил и перекрестное утепление брусок 50 на 50. Вот. Видите, вот такая часть. Крыша, вот эта часть уже утеплена под пленкой. Посмотрим. Видите, все проклеено. Здесь сделана уже, видите, обрешетка. Выпал снежок. Внутрь все не протекает. Сделана подложка. Видите, как на каждый. Чтобы исключить вот протекание на отверстиях, на гвоздях, на саморезах. В качестве вентиляции мы сделаем зазор 100 миллиметров. Не 50, а 100. Видите, бруски таким образом имеют разрыв, чтобы вентиляция и ходила и продольно, и поперечно. Здесь будем еще ставить брусок 50 на 50, чтобы добиться вентиляционного зазора в 100 миллиметров. Потом будет у нас сплошная обрешетка и фальц. Капельник вот уже сделали. Чтобы без резки вот плит утеплителя, видите, попадал сюда плита утеплителя просто с натягом, с таким, с прижатием к стропилам, без отходов, без резки. И делаем обязательно такими ступеньками, чтобы перекрывать все эти слои. Следующий слой перекрывал как кирпичиком этот стык. И утепление будет, поверьте мне, бомбическое. Будет очень теплая крыша. Покажу сейчас с внутренней части. Сделана пароизоляция. Везде. Проклеено клеем. Здесь периметр, все стыки. Между собой стыки. По высоте. Приемку утепления кровли тоже считаю я завершенной. Очень важно, вот, доверяй, но проверяй, что называется. Особенно скрытые работы, которые потом тяжело уже, если не приедешь, не проконтролируешь, сколько заложили утеплитель, как и так далее. Дело в том, что мы доверяем своим рабочим, у нас проверенные бригады, но контроль есть контроль. Все знают, что контроль он неусыпный, неустанный, и исключить любую халтуру и давать 100% гарантию. Итак, наступил день приемки и сдачи объекта. Кстати, вот эту бутовку тоже делали наши ребята. У нас была небольшая заминка в ожидании там материала, потому что все комплектующие такой цвет экзотический, черный. Ждали мы там водосточную систему, в нее все упиралось. Как бы надо было под металл крюки загнать и все прочее. Вот. И попросил как бы сделать хозблок. Вот ребята за неделю сделали ему. В Леруа купил готовые окна, двери, и мы ему свояли под это дело.
утеплили. Вот такой проектик набросал с размерами. Тоже это окно 3000 стоит. Видит, присмет, обшили, все четко. И уже что там у него можно хранить, не знаю под какие нужды. Так, чтоб ребята не грустили в ожидании. Ребята такую лестницу соорудили, чтобы она не примяла водосток. Я вчера приезжал, конечно, вокруг грязь, такая распутится весна, получается, рабочие уже сюда залазили, вент в проходке устанавливали и снегосдержание, и наследили здесь, заставил их вчера помыть, вот такие разводы остались еще. Крыша, в принципе, готова. Походу мы сами делали из каркасного, утепляли. Почему здесь еще будет котловая труба из котла, она будет протыкать. То есть переживали, что если четырехскатная труба котловая может попасть на перекрестье. Здесь будет с дефлектором, здесь санузел будет отдельно, там что-то тоже, может, кухня. Ну все, вот как раз наш заказчик, и услышите мнение нашего клиента. Приветствую. Ну что скажете? Да, всем привет. Мы строим деревянный дом из клееного бруса. Решили перебраться из города за город. Кровлю решили сделать фальцевую и долговечную, чтобы она служила сроком эксплуатации всего дома. Посмотрел на YouTube, нашел компанию Крофмонтаж и обратился к ним, выполнил с ними работу. Качество нас полностью все устроило. И ребята молодцы, сделали работу свою классно. Ну, всем советую. Ну, может, какой-то негатив, что-то... Негатив? Негатива нет. Шероховатости. Есть замечания, которые тут же устранялись оперативно в этот же день. Только хорошие, классные впечатления о работе и о качестве. Всем советую, компанию Крофмонтаж. Все, большое вам спасибо, Сергей. И вам. Спасибо. Привет.
собираемся. Итак, дорогие друзья, на этом наш объект закончен. До новых встреч. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока. Удачи.